Завтра дождь сильный и сильное похолодание у нас до 0 градусов на 2 дня. Поэтому решила я поснимать свои цветочки после похолодания. Неизвестно, как они будут выглядеть. Тут даже пролеска собралась вся свисти. Вся вылезает. Желтые крокусы. Сиреневый. Тут беленький вылезать хочет. Но сегодня он уже не вылезет, так как небо у нас идет уже на дождь. Но сегодня после обеда дождь. Вот пока нет, я снимаю. О, будущие мои. О, лезет. Смотрите. Вот он еще один лезет. Гиацинт. По-моему, я их здесь 5 сажала. Но вот пока 4. А это вот дальше тюльпаны. И дальше резуха. Здесь вот в прошлом году я кочку посадила. Тоже вот они готовы зацвести. Но им холода не страшны. Все будет нормально.